Бля, Фроменко красиво сейчас работает. Закидочка, смотри. Итак, это предпоследний поток чемпионата России, после которого еще выступят самые сильные или, можно сказать, самые тяжелые. Да там Кравцов еще он закидывает. Кравцов тоже технично должен, но я пока на него не смотрю. Я пока Эдика снимаю. Итак, в борьбу вступили атлеты весовой категории до 90 кг. Помощный победитель мастер спорта международного класса из Америки, из Калининграда. Он является чемпионом России 2001 и 2002. Он, по-моему, вообще своим темпом идет от Хоменко. Его лучшее достижение в толчке по длинному циклу – 87 подъемов. Рекорд России – 91. Это последний поток? Привет. Еще слышал, да? По мастерам этого выступает мастер спорта международного класса Валерий Лярмин. Смоленская область. Он является призером чемпионата России прошлого года. Рекордсмен мира. Его личное достижение 83 подъема. Показано еще в 96 году. Номер 3. Выступает мастер спорта международного класса Андрей Кравцов. Его личное достижение 81 подъем, уже является чемпионом мира прошлого года. После номер 5 выступает мастер спорта международного класса Дмитрий Кула, Смоленская область. Личное достижение 78 подъемов. Проезд вообще здорово работает. Чемпионата России. Заброс мягенький, да? Он прошел 2 минуты. На помосте номер 6 отправит мастер спорта Александр Штаров. Их сильно подкинут, чтобы они передали руки, они должны ударять. Он является победителем первенства России среди юниорского школа. Сегодня он как раз борется с этим званием. Кровец может так ускоряться, что Фроменко и не снилось. Это же, блядь, идиот. Сука, плохо они далеко друг от друга стоят. Прошло 3 минуты. После выступления участника весовой категории до 90 кг. Приготовиться для награждения Валентин Владимир, Омская область, Василий Денис, Калининград. Видишь, человека, похоже, не хватало в этом весе, юниора. Прошло 5 минут.
прошлом году. Не, рекорд невероятный. Сколько здесь? 87 рекорд? Не, здесь 91. Смотри на Кравцова, башкой машет. Ну и химия на 7-й минуте где-то работает. Начинает. Ну, у него сейчас не в кайф. Если 7 минут застоит, начнет ускоряться. Да? Да. Я уже сколько раз видел. Конченый. Эдик от заброса встал какой-то корявый. Ну, он еще не встал. Что-то видишь, поменял заброс. Не так легко закидывает. Хотя не, все так же. Что-то башкой Эдик машет. Как толкает. 52 у него. Он не проигрывает где-то 2 подъема всего. 54 идет. Жанов хорошо идет. Как плющик. Сейчас внутри у нас работает, парень начнет толкать. Все. Финал, да? 8 минут прошло. Смотри. Эдик, кстати, 10-го тоже ускорится. Уже отстает на Yeah.
толкнул.